Прежде всего, конечно, хотелось выразить слова благодарности за предоставленную возможность представить результаты работы в нашем онкологическом институте. В настоящий момент не вызывает сомнения, что опухоль представляет собой достаточно сложное образование, состоящее из различных субпопуляций трансформированных клеток. При этом особое место в биологии опухоли занимает ряд клеток, имеющих общие свойства со стволовыми нормальными клетками. Эта популяция получила название «опухолевые стволовые клетки», и в зависимости от дисрегуляции сигнальных путей наблюдается способность у данной популяции клеток к самообновлению, дифференцировке, а также в зависимости от задействованных каналов сигнализации опухолевые стволовые клетки получают способность инициировать образование рака и вызывать рецидив опухоли. Для идентификации данной популяции клеток используют несколько подходов, главным образом связанных с иммуногистохимическими технологиями, проточной цитофлюоримметрией и целом ряде других биологических свойств, характерных для данной популяции клеток. На данном слайде представлены основные мишени, которые могут в этом случае позволить идентифицировать данную группу клеток. Это и адгезивные белки, активаторы сигнальных путей, рецепторы цитокинов, а также те наиболее часто используемые маркеры, которые позволяют идентифицировать эти клетки при опухолях различной локализации. Необходимо отметить, что в целом для опухолей стволовых клеток характерна высокая гетерогенность и пластичность самой популяции, что, несомненно, затрудняет работу с данной популяцией. Тем не менее, изучение биологии этих клеток, несомненно, является актуальной задачей современной онкологии. В связи с этим целью нашей работы являлась оценка уровня экспрессии CD44-133 маркеров опухолей стволовых клеток при первичных и метастатических опухолях различной локализации. В нашем исследовании был обследован материал двух групп пациентов, больных колоректальным раком в количестве 60 человек и больных раком желудка в количестве 40 человек. Обе группы были разделены на подгруппы в зависимости от наличия отдаленных метастазов либо их отсутствия. Необходимо отметить, что в качестве основного материала выступала опухоль во всех случаях, и при колоректальном раке и раке желудка это была аденокарцинома, и полученный операционный материал в виде опухоли лимфатических узлов и метастазов печени в случае колоректального рака и в случае больных раком желудка, это непосредственно сама опухоль, было подвергнуто иммуногистохимическому исследованию. Помимо этого, при работе с группой больных раком желудка получали перифокальную зону, сальник и брюшины, из которых готовили, соответственно, клеточные дезинтеграты и пытались определить эти маркеры методом проточной цитофлюоримметрии. Основные параметры, которые мы использовали при проведении иммуногистохимических исследований, представлены на данном слайде. Они общепризнаны, поэтому я на них останавливаться не буду. А при проведении проточной цитофлюоримметрии фактически мы готовили клеточные супернататы и осуществляли иммунофенотипирование клеток на проточном цитофлюориметре Foxconta-DOS с использованием соответствующих подходов. Результаты, которые мы получили, представлены на следующих слайдах. При определении иммуногистохимическим методом экспрессии маркеров опухолевых стволовых клеток при колоректальном раке были получены стандартные варианты экспрессии этих маркеров. Здесь мы видим отрицательную экспрессию CD44 маркера. В микрофотографии B это положительная экспрессия 1+, и на фотографии Си мы видим, соответственно, положительную экспрессию CD44 3+. Аналогичным образом были получены стандартные микропрепараты экспрессии CD133 в опухоли, соответственно, при колоректальном раке. А отрицательная экспрессия слабо положительная и выраженная положительная экспрессия CD133 маркера. Какие результаты в итоге мы, в общем-то, получили? Оказалось, что
что развитие опухоли сопровождается с некоторыми закономерными изменениями экспрессии выбранных маркеров. В частности, здесь мы видим с вами экспрессию маркера опухолевых клеток в опухоли при отсутствии, соответственно, метастазов и у пациента в случае наличия этих метастазов. Количество препаратов, в которых был получен положительный результат экспрессии данного маркера, при отсутствии метастаза достигало 40%, в то время как при наличии метастазов данный показатель был ниже. Кроме этого, в отличие от CD44 маркера, CD133 маркер имел тенденцию совершенно другую. Мы видим, что при наличии метастатических поражений данный маркер и количество его в препаратах существенно возрастало. В данном случае мы видим количество клеток, которые экспрессируют маркеры ОСК, также при наличии и отсутствии метастазов. Оценка экспрессии данных маркеров при наличии региональных метастазов и удаленных метастазов позволила выявить некоторые закономерности. В частности, при наличии поражения в лимфатических узлах мы видим снижение экспрессии в метастазе непосредственно в лимфатическом узле CD44 маркера, в то время как CD133 маркер оставался на том же уровне, который был показан в ткани первичной опухоли. Повышение агрессивности опухоли, формирование отдаленных метастазов, метастазов печень, сопровождалось несколько иной картиной по отношению к CD133 маркеру. В частности, мы видим, что в метастатических узлах количество экспрессии CD133 маркера повышался, нежели чем в первичной опухоли. Аналогичные результаты, имеется в виду с точки зрения методического подхода, были получены и при анализе материала при раке желудка. Точно так же мы позволили привести здесь полученные микрофотографии в случае отрицательной экспрессии, положительной экспрессии и выраженной экспрессии CD44 и CD133 маркера в ткани опухоли при раке желудка. В отличие от того, что мы видели при колоректальном раке, при развитии отдаленных метастазов у пациентов с раком желудка, выявляется иная картина изменения динамики экспрессии данных маркеров. В частности, CD44 имел достоверную тенденцию к повышению экспрессии при формировании отдаленных метастазов, а соответственно CD133, так же как и при колоректальном раке, повышался по сравнению у пациентов с имеющими метастазы по сравнению с тем, что мы наблюдаем в опухолевой ткани без таковых. Кроме этого, использование метода проточной цитофлюориметрии и анализ экспрессии маркеров на клетках, полученных в различных зонах, используемых для исследования, в частности из опухоли перифокальной зоны, сальника и брюшины, позволили выявить некоторые закономерности изменения экспрессии выбранных маркеров в зависимости от ткани. Так, собственно, в ткани опухоли мы видим максимальное количество экспрессии CD44, а на втором месте в этом случае выступала ткань брюшины. После этого мы видим практически одинаковое значение экспрессии CD44 положительных маркера в перифокальной зоне и сальнике. CD133 маркер в этом случае также имел статистически достоверное отличие в случае, если мы рассматриваем группу пациентов с наличием отдаленных метастазов в брюшину. В этом случае мы видим максимальные значения экспрессии CD133 на клетках, полученных в сальнике, потом уже в опухоли и в брюшине. Необходимо отметить, что использование метода проточной цитофлюориметрии для идентификации экспрессии выбранных маркеров
представляет собой один из интересных методических подходов, который, однако, требует дальнейшего изучения и дальнейшей адаптации к решению поставленных практических задач. Таким образом, позвольте сделать некоторые выводы по нашей работе. Колоректальный рак различной распространенности характеризуется более выраженной положительной экспрессией CD44 маркера в случае неметастатических опухолей, чем в опухолях, дающих метастазы в печень. При этом прослеживается тенденция к снижению данного показателя по сравнению с уровнем в первичной опухоли. Увеличение агрессивности опухоли сопровождается нарастанием как частоты выявления, так и экспрессии CD133 в метастатической ткани. Ее уровень соответствует первичной опухоли, из которой происходит метастазирование. При колоректальном раке процент CD44 положительных клеток в опухоли без отдаленных метастазов выше, чем при раке желудка той же форме. На этом фоне экспрессия CD133 выше при раке желудка по сравнению с колоректальным раком. При наличии отдаленных метастазов экспрессия CD44 в опухоли при колоректальном раке снижается, а при раке желудка, наоборот, повышается. Одновременно с этим экспрессия данного маркера CD133 в опухоли в обоих случаях повышается по сравнению со значением без метастазов. Ну и обращает на себя внимание разнонаправленный характер изменения экспрессии выбранных маркеров при колоректальном раке, раке желудка, а использование проточной цитофлюоримметрии при дальнейшей модификации и совершенствовании методического подхода, несомненно, может позволить получить дополнительную информацию о экспрессии этих маркеров, а следовательно, о биологических свойствах опухолевых стволовых клеток. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Давайте, есть какие-то вопросы? Тогда я вас хотела спросить, а какое у вас впечатление сложилось, потому что разнонаправленное увеличение этих популяций, но можно как-то опереться и сказать, что вот это плохо, а это нет? Конечно же, на наш взгляд, вот это, на первый взгляд, наверное, парадоксальная ситуация, когда мы видим при, в общем-то, сходных некоторых процессах разнонаправленные изменения экспрессии этих маркеров, по всей видимости, ну, скажем, наверняка связано с некоторыми биологическими особенностями, несмотря на то, что это аденокарциномы и опухоли, соответственно, желудочно-кишечного тракта, но, тем не менее, по всей видимости, существуют какие-то внутренние особенности самих клеток, связанных с инфильтрацией их, с микроокружением опухолей, опухолевых стволовых клеток. А с точки зрения значения экспрессии выбранных маркеров, конечно же, нужно отметить, что CD44 в этом случае выступает как один из адгезивных белков, и последовательное изменение его экспрессии может выступать в качестве одного из механизмов, обуславливающих процесс метастазирования. В то время как CD133 маркер, известный как променин-1, выполняет функцию одного из модуляторов работы целого ряда рецепторов для, в том числе и широкого спектра цитокинов, которые в том числе будут определять уже и поведение самих клеток. На наш взгляд, наверное, следует еще провести, конечно, дополнительные исследования, чтобы уже получить более убедительные какие-то данные. Наверное, просто расширить, пожалуйста, спектр маркеров. Пожалуйста, задавайте вопрос. Вы полагаете, что опухолевые стволовые клетки все-таки участвуют в метастазировании? По нашему мнению, которое опирается и на собственные исследования, которые проводятся в институте по данным литературы, действительно можно говорить о том, что этот тип клеток участвуют в процессах метастазирования. В таком случае, как вы относитесь к данным Роберта Вайнберга, Нобелевского лауреата, который публиковал в 2017 году статью о том, что при прохождении эпителиально-мезенхимального перехода опухолевые стволовые клетки полностью теряют опухолинициирующие свойства? Спасибо.
На наш взгляд, процесс, собственно говоря, вот тот, о котором мы с вами говорим и рассуждаем, по всей видимости, достаточно, как и следует ожидать, сложно организованный процесс. И одновременно с теми, с той информацией, которую вы представили, несомненно, имеются в литературе также еще и данные, показывающие, что как раз именно опухолево-стволовые клетки, это уже тоже данные, в том числе и 18-19 года ряда авторов, обладают способностью к обратимому эпителиально-мезенхимальному переходу. И, к сожалению, на наш взгляд, однозначно сказать, что они, перейдя, осуществив один переход, теряют эти свойства, но оказавшись в изменившихся каких-то условиях микроокружения, не способны к обратному переходу, а следовательно и к запуску процесса метастазирования, на наш взгляд, это достаточно сложно пока, в общем-то, показать и требует, опять же, все-таки более пристального изучения. Но, к сожалению, биология, по всей видимости, этих клеток достаточно сложна, и однозначно выделить всю совокупность факторов, которые предопределяют те или иные свойства этих клеток, достаточно сложно. Здесь мы, наверное, вынуждены будем выбрать именно максимально возможную оценку вот этих вот свойств, и тогда ответим на вопросы, в том числе и метастазирования. Спасибо большое. Есть еще? Я думаю, что... А, да, пожалуйста. При оценке популяции стволовых клеток опухоли использовать одиночно взятые маркеры? Потому что, вот, например, по нашим данным CD44, если вы переводите опухолевые клетки в культуру, причем это не зависит от гистотипической принадлежности, через несколько пассажей они начинают тотально экспрессировать CD44. Да, спасибо большое за вопрос. Несомненно, конечно же, как и в случае других характеристик опухолевой ткани и иммунокомпетентных клеток, несомненно, использование одного какого-то маркера не совсем корректно, мы это осознаем. Именно поэтому наша работа выполняется, в том числе и по поиску оптимального сочетания маркеров, которые мы могли бы использовать для характеристики этих клеток. И действительно, кроме того, что мы характеризуем эти клетки по наличию этих маркеров, в дальнейшем мы, конечно же, используем и другие характеристики, которые позволяют все-таки с большей уверенностью говорить о том, что мы работаем с данной популяцией клеток. Спасибо. Я тоже думаю, что вам надо расширить количество маркеров для определения популяции.